ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग Hare Krishna. So today we are celebrating the Disappearance Day of Namacharya Haridas Thakur. Итак, сегодня мы отмечаем день ухода Намачари Шрилы Харидаса Такура. Haridas Thakur, as you know, is an incarnation of Lord Brahma. Харидас Такур, как вы знаете, был воплощением Господа Брахмы. So, in our Vaishnava culture, we celebrate both the Avirbhav and Tirubhav of great personalities. В нашей вайшнавской культуре мы отмечаем как В нашей вайшнавской культуре мы отмечаем как день явления, так и день ухода великих святых. Слышно перевод? И сегодня день, когда в этот день Харидас Такур покинул этот мир. And on this auspicious day, we all assembled together here at this festival. И в этот благоприятный день мы все вместе здесь собрались на этом фестивале. So Lord Brahma wanted to test how powerful this wonder boy Krishna is. Господь Брахма хотел проверить, насколько могущественен этот удивительный мальчик Кришна. In the Srimad Bhagavatam 10th canto, you read about various transcendental pastimes that Lord enacted with his devotees. В 10-й песне Шримад Бхагаватам описаны удивительные трансцендентные игры, которые совершал Господь вместе со своими преданными. So Brahma kidnapped Krishna's coward boyfriends and cows. И Брахма похитил друзей пастушков Кришны и его телят. He put them to sleep. И уложил их спать. He gave them a long-lasting chloroform. Он им дал наркоз очень долговременный. You go for operation, the surgeon gives you chloroform to make put you in deep sleep. Когда вы ложитесь на операцию, хирурги дают вам хлороформ, наркоз, чтобы вы долго спали. But that only lasts for a few hours. Но действие этого наркоза длится всего несколько часов. Brahma put them to sleep for a much longer period. Брахма же поместил их в гораздо более долгий сон. But he saw that eventually his plan was defeated. Но он увидел, что его план потерпел неудачу. What did Krishna do? Потому что сделал Кришна? He expanded himself into these cows and coward boys. Он распространил себя в формы телят и пастушков. Because Krishna said, "How can I go back home? Without my associates, the elderly gopis will be so angry at me. They'll say, where are they? Where's their son?" Потому что Кришна подумал, как же я вернусь домой без своих друзей, без телят. Старшие гопи очень разозлятся, если я приду один без их детей. Also, when Mother Yasoda was having her relationship with her son, the other elderly gopis had prayed, "Please, may we have the opportunity to have a son like Krishna." Когда старшие гопи видели нектарные отношения мамы Ишоды и Кришны, они молились, думали, пусть у нас тоже будет такая возможность, пусть у нас тоже будет такой сын, подобный Кришне. And Krishna fulfilled this desire of theirs by his expanding
into these coward boys and cows. И тем самым Кришна исполнил это желание. Он принял облик пастушков и телят. Just like Indrapal was defeated, but Krishna lifting the Govardhan hill and foiling his plans to flood Vrindavan, Brahma's plans were also defeated. Подобно тому, как планы Индры потерпели неудачу, когда Индра хотел затопить Вриндаван, Кришна поднял холм Говардхана и тем самым нарушил все планы Индры. Then Brahma prayed to the Lord, having recognized his defeat. He glorified the Lord and prayed for the opportunity to take birth somewhere in a very humble position. И подобным образом, когда Брахма признал свое поражение, он стал молить Господа о прощении и стал молить его о том, чтобы он получил возможность как-то искупить свое оскорбление и послужить Господу смиренным образом. Brahma knew the Lord would appear as Chaitanya Mahaprabhu. Брахма знал, что Господь собирается прийти как Шри Чайтанья Махапрабху. So he begged for the opportunity to appear when Mahaprabhu appears to make his pastimes more relishable. Поэтому он попросил Господа о милости получить возможность также участвовать в его играх. So Lord Brahma appeared as Haridas Thakur. And he appeared about 30 years before Lord Chaitanya appeared on the planet. Итак, Господь Брахма пришел как Харидас Такур, и он пришел на 30 лет раньше, чем явился Господь Чайтанья Махапрабху. So, in other words, Lord Haridas Thakur was about 30 years older than Chaitanya Mahaprabhu. То есть Харидас Такур был на 30 лет старше Чайтанья Махапрабху. So we're going to read a few verses from Chaitanya Charitamrita also. Мы прочитаем также несколько стихов из Чайтанья Чаритамриты. We'll start off by reading a verse that describes the exalted position of Haridas Thakur. Мы начнем со стиха, который описывает возвышенное положение Харидаса Тхакура. Yes, sir. This one? Yeah. This too? Это стихи 102 и 103 из 4 главы Антилилы Чайтанья Чаритамриты. Некоторые ведут себя очень хорошо, но не проповедуют о сознании Кришны. Другие же проповедуют, но не ведут себя должным образом. Ты же одновременно совершаешь свои обязанности в отношении святого имени своим личным поведением и своей проповедью. Поэтому ты духовный учитель всего мира, поскольку ты самый возвышенный преданный в мире. Should I read it over? Yeah. Комментарий Шрилы Прабхупады. Санатана Госвами ясно говорит о том, кто является истинным духовным учителем этого мира. Качества, описанные в этой связи, таковы, что человек должен действовать в соответствии с предписаниями Писаний и в то же самое время проповедовать. Тот, кто поступает таким образом, является истинным духовным учителем. Харидас Такур был идеальным духовным учителем, поскольку он регулярно повторял на четках предписанное количество раз святое имя. В действительности он повторял святое имя Господа 300 тысяч раз в день. Подобным образом члены движения сознания Кришны повторяют минимум 16 кругов в день, что можно сделать без особого труда. И в то же самое время они должны проповедовать учение Чайтанья Махапрабху в соответствии с наставлениями, в соответствии с посланием Бхагавад-гиты, как она есть. Тот, кто действует таким образом, становится достойным быть духовным учителем для всего мира. So Haridas Thakur was associating with the Advaita Acharya. Харидас Такур был, он постоянно общался с Адвайта Ачарьей. Haridas Thakur took his birth in a degraded position. Харидас Такур родился в низкой семье. And as you know, he took his birth in a Mohammedan family. Как вы знаете, он родился в семье мусульман. So
and Haridas Thakur is used to associate with Advaitacharya in Shantipur. И Харидас Такур общался с Адвайта Ачарьей в Шантипуре. They both knew that the Lord was going to appear very soon. Оба они знали, что Господь скоро придет. And they were both praying to the Lord, offering Ganga Jal, worshiping the Sharanam Pillar, praying that the Lord may descend. И они оба молились Господу о Его приходе, предлагали Ганга Джал, воду Ганги, Шалаграма Шили, чтобы Господь пришел в этот мир. So, Haridas Thakur was a very elevated devotee. Харидас Такур был очень возвышенным преданным. Намачарья. Он был Намачарья. He used to chant the holy names from morning to night. Он повторял святое имя с утра до вечера. How many rounds was he chanting every day? Сколько кругов каждый день он повторял? Сколько? 192 rounds, 300,000 times a day. 192 круга он повторял каждый день, и это 300 тысяч святых имен. And he would not talk or eat anything till he had completed his specified rounds. И он ни с кем не разговаривал, ничего не ел и ничего не пил до тех пор, пока он не дочитывал свои круги. When he doesn't complete his specified rounds, is considered to be a diseased man, according to Srila Prabhupada in the purports. По мнению Шрилы Прабхупады, преданный, который не может дочитывать свои круги, находится в больном состоянии. So the pastimes associated with Haridas Thakur are well known, and you've heard them before. Игры, которые связаны с Харидасом Тхакуром, они широко известны, и вы наверняка много раз уже их слышали. Like I told you yesterday, we hear about these pastimes again and again and get purified. Ну, как я вам вчера уже говорил, мы снова и снова слушаем об этих играх для того, чтобы очиститься. It's not that you're going to hear some pastime that you've never heard before. Сегодня вы не услышите каких-то игр, о которых вы никогда не слышали. These pastimes have been revealed by the acharyas, and we've heard them again so many times. Эти игры, деяния Харидаса Такура были описаны великими ачарьями, и мы уже много раз слышали о них. Haridas was a very humble, tolerant, and determined devotee. Харидас был очень смиренным, терпеливым и решительным преданным. Without being tolerant, without being determined, you cannot preach the glories of the holy name. Невозможно проповедовать славу Господа, не будучи смиренным и терпеливым. So there are many wonderful pastimes. We'll just discuss three or four of them. И с Харидасом Тхакуром связано множество удивительных игр, но мы обсудим всего лишь. These pastimes will highlight Haridas' glorious character. Три или четыре из этих лил. Эти игры описывают, показывают славные качества. And it is said in the Chaitanya Charitamrita, by hearing about these pastimes, we get purified and we develop these auspicious qualities. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что когда мы слушаем об этих трансцендентных качествах Харидаса Тхакура, мы очищаемся и мы также можем обрести эти качества. So if you want to develop these transcendental qualities, hear and meditate on Haridas's pastimes. Если вы хотите обрести эти трансцендентные качества, то слушайте о Харидасе и медитируйте на его качествах. Haridas is a chant the holy name sitting in front of a tulsi plant. Харидас Такур обычно повторял святое имя, сидя перед деревом туласи. And his fame spread far and wide. Слава о нем разнеслась очень широко. From great distance, people would come just to have an audience of this great saint. Люди шли издалека, просто чтобы получить возможность увидеть его. Just like Raghunath Das Goswami was doing his bhajan in Radhakund, thousands of people come every day just to offer him respects. Подобно тому, как Рагунат Дас Госвами, когда совершал свой бхаджан на Радхакунде, тысячи и тысячи людей стекались к нему каждый день, чтобы получить его даршан.
So one local zamindar, landowner called Ramchandra Khan, was very envious of Haridasa's exalted position. И один местный замендар, землевладелец, которого звали Рамачандра Кан, стал очень завидовать Харидасу и тому поклонению, которое оказывали ему люди. Ramchandra Khan would say, "I am such a big man, owner of all the land, and people don't come and give me this respect, and they give this mendicant so much respect." Он стал говорить, "Я великий землевладелец, мне здесь все принадлежит, но люди мне не выражают такого почтения, которое они выражают этому нищему, они приходят и кланяются этому нищему, а мне не выражают почтения." Envy is deep-rooted in our heart. Зависть очень глубоко коренится в нашем сердце. Envy is a big obstacle in the path of spiritual advancement. Зависть это очень большое препятствие на пути преданного служения. So Ramchandra Khan said, "I must defame this saint." И Рамачандра Кан стал думать, что мне нужно как-то опорочить этого святого. I'm going to get him seduced by a beautiful prostitute. Ну, я сделаю так, что его соблазнит красивая проститутка. So he called various prostitutes. И он вызывал к себе разных проституток. He said, "I have a special assignment for you." И он говорил: "У меня для вас есть особое задание." I wanted to seduce this saint Haridas. Я хочу, чтобы вы соблазнили вот этого святого Харидаса. All the prostitutes refused. Все проститутки отказывались. They said, "No, нет, Божна. We're not going to try and seduce this great saint." Мы не будем пытаться соблазнять этого великого святого. But one prostitute said, "Okay, I'll take up the challenge." Но одна проститутка сказала: "Хорошо, я готова взяться за это дело." "I'll pay you a very high price." И он сказал: "Я заплачу очень хорошие деньги за это." The prostitute, it's something that all prostitutes refuse. One prostitute agreed to try to seduce Haridasa. Так все проститутки отказались, но одна согласилась соблазнить Харидаса. Should he dress herself very up, very beautifully? Она разоделась очень красиво. And she proceeded to Haridasa's hut to try and seduce him. И пришла к хижине Харидаса, надеясь соблазнить его. She said, she offered her respects to the tulsi plant, and then stood at the entrance to the hut, making various poses and openly inviting Haridas for a relationship. Она подошла туда к хижине, поклонилась туласе, затем встала у двери, стала принимать самые разные соблазнительные позы и открыто, в конце концов, предложила Харидасу насладиться с собой. Haridas was going to leave that place on the day the prostitute came. Харидас собирался на самом деле уйти из этого места в тот день, когда пришла проститутка. But on the day the prostitute came, he knew why she came. Но когда пришла проститутка, он знал, зачем она пришла. So he stayed back. He said, "Let me try to liberate this prostitute." Но он остался, он решил, он подумал, надо попробовать освободить эту проститутку. So the prostitute, Hare Krishna. The prostitute said, "You're such a handsome man, no woman can resist you." Проститутка стала говорить Харидасу: "Ты такой красавец, ни одна женщина не устоит перед твоей красотой." Haridas employed transcendental trickery. Но Харидас прибегнул к трансцендентной хитрости. He said, "Don't worry, I'll satisfy you, but let me complete my prescribed route." Он сказал ей: "Не волнуйся, я непременно исполню твое желание, но сначала просто джапу дочитаю." Before the prostitute came, the zamindar told Ramchandra Khan, "Take my policeman with you, and the moment you have a relationship, they'll arrest this man as a fraud." И когда Рамачандра Кан посылал проститутку на дело, он отправил с ней своих стражников и сказал: "Как только он вступит с тобой в отношения, сразу же мы его арестуем и объявим его мошенником." The prostitute said, "Don't worry. First let me seduce him, then the next day I'll take the policeman." Но проститутка, он хотел так сделать, но проститутка сказала ему:
Давай сначала я его соблазню, а потом на следующий день уже можно и посылать туда стражников. The prostitute went back to the Ramchandra Khan said, today I cannot seduce him, but he promised to have a relationship with me tonight. И в первый день она вернулась к Рамачандра Кану и сказала, сегодня он, мне не удалось его соблазнить, но в принципе он пообещал, что завтра непременно он удовлетворит мое желание. The same thing was repeated in the second night. На вторую ночь то же самое повторилось. The fortunate thing was the prostitute heard his pure chanting the holy name attentively. Но, к счастью для проститутки, она сидела там и слушала чистое повторение святого имени Харидаса Ткакура. And on the third night, the prostitute started chanting the holy name herself, along with Haridas. И на третью ночь проститутка сама уже начала повторять святое имя вместе с Харидасом. And she revealed her whole game plan to Haridas. И она призналась о том, что она задумала. Она открыла Харидасу то, что она хотела сделать. Now, what do we learn from this past night? И чему мы можем научиться из этой истории, из этой лилы? We learn the value of spiritual association. Эта лила показывает важность духовного общения. If you have the opportunity to associate with a Mahabhagavat devotee, then even a contaminated person can get purified. Если есть возможность получить общение возвышенного преданного Махабхагавата, даже самый падший человек может очиститься. This prostitute came with evil intentions. Эта проститутка пришла с очень недобрыми намерениями. But she had a fortune of hearing the holy name. Но ей повезло услышать святое имя. And as a result, she got purified. В результате она очистилась. So we all have experience how by chanting the holy name we've got purified and we are getting purified. У нас у всех есть опыт, что благодаря повторению святого имени мы очищаемся, и этот процесс продолжается. And we also see how the chanting of the holy name completely protected Haridas. Также в этой истории мы видим, что повторение святого имени полностью защитило Харидаса. Prabhupada gives the example how Vishwamitra Muni was seduced by the ankle belts of Menaka. И в этой связи Шрила Прабхупада приводил пример Вишвамитры Муни, которого соблазнил звук ножных колокольчиков Менаки. Hare Krishna. But Haridas was fully protected because he was taking shelter of the holy names of the Lord. Но Харидас был полностью защищен от всех соблазнов, хотя, потому что он принял полное прибежище в святом имени Господа. So we are in the material world engaged in the preaching mission. И мы находимся в материальном мире, занимаемся проповеднической миссией, участвуем. ISKCON is a preaching mission. ISKCON – это проповедническая миссия. And when you go to preach, you see thousands of agents of Maya Devi in action. Когда вы идете проповедовать, вы видите тысячи агентов Майя Деви в действии. What is our defense? И что является нашей защитой? The holy name. Святое имя. If we chant the holy names attentively, then we can also be protected from Maya's attack. Если мы повторяем святое имя внимательно, это может защитить нас от всех атак Майи. And by giving our association to less advanced, we make them fortunate also. И когда мы общаемся с менее удачливыми людьми, мы даем возможность им обрести духовную удачу. Now the Muni explains that one can have three levels of association. Нарада Муни объясняет, что может быть общение трех уровней. In the fourth canto, this explanation is there. Это объяснение приводится в четвертой песне Шримад Бхагаватам. You can associate with those who are more advanced, equally advanced and less advanced. Он говорит, что можно общаться с теми, кто находится на том же уровне, с теми, кто находится на более высоком уровне, и
с теми, кто находится на более низком уровне. When you associate with those more advanced, you become joyful. Если вы общаетесь с преданными, которые находятся на более высоком уровне, у вас вы испытываете радость. Just like why have thousands of devotees come to this festival. Именно для этого тысячи преданных приехали на этот фестиваль. And why do they come every year? Почему они приезжают каждый год? Because they have the chance to associate. Потому что у них есть возможность общения. But those are more advanced. С теми, кто находится на более высоком духовном уровне. When you meet somebody equally advanced, we make friendship. Когда мы встречаемся с равными преданными, общаемся с равными преданными, мы должны развивать дружеские отношения. We serve together. Мы должны вместе служить. Just like we go preaching together, we serve prasad together. Как мы идем вместе проповедовать, можем вместе раздавать просад. When you meet somebody less advanced, we display compassion. Когда мы встречаемся с кем-то, кто находится на более низком духовном уровне, мы должны проявлять сострадание. So this prostitute had the opportunity to associate with a very elevated devotee, and her evil plans changed into pure plans of devotional service. И проститутке выпала возможность общения с очень возвышенным преданным. Благодаря этому общению она очистилась. И хотя у нее были злые намерения, но в конце концов, благодаря общению с этим возвышенным преданным, она стала сама преданной. So the prostitute begged Haridas for instruction. She became his disciple. И проститутка стала ученицей Харидаса. Она стала просить его дать ей наставление. So Haridas said, distribute your possessions to the brahmanas. Харидас сказал ей, раздай все свое имущество брахманам. She started chanting the holy name 300,000 times a day in front of the tulsi plant. И она сама тоже стала повторять святое имя 300,000 раз перед этим деревом тулси. And she became so advanced and renounced. She would only eat if somebody gave something, and if someone didn't give anything, she would go hungry. Она стала такой возвышенной преданной, что такой отреченной, что ела только, если кто-то ей предлагал. Если никто ей не предлагал ничего поесть, она просто постилась. This is the result of spiritual association. Вот таков результат духовного общения. What happened to Ramchandra Khan? А что же случилось с Рамачандра Кханом? He was envious of an exalted devotee like Haridas Thakur. Он завидовал такому возвышенному преданному, как Харидас Такур. For no fault of Haridas, he tried to defame his character. Он пытался опорочить Харидаса напрасно. Vaishnava Pran has disastrous effects. У Вайшнава Апарадхи очень разрушительные последствия. Therefore it is said that Vaishnava Pran must be avoided. Поэтому говорится, что нужно избегать любой ценой Вайшнава Апарадхи. Once Lord Nityananda had come with his associates. Однажды Господь Нитянанда с его спутниками пришел в одно место. They came and sat down in the Durga Mandap hall of Ramchandra Khan's house. Господь Нитянанда и его спутники пришли и сели в Дурга Мандапе в доме Рамачандра Кхана. When Ramchandra Khan heard Nityananda with his associate has come to his house, he was very disrespectful to Nityananda. Но когда Рамачандра Кхан услышал, что Нитянанда и его спутники пришли к нему домой, он проявил неуважение к Господу Нитянанде. He sent his servant. He didn't even have the courtesy of going himself to greet his exalted Nityananda. And he sent his servant, and the servant said, my boss is saying that this place, we don't have enough place for all of you. You should go and sit down in the cowshed of the person nearby. Он послал своего слугу. Of the milkman. Он сам даже не вышел, чтобы поприветствовать Нитянанду. Он послал своего слугу, который пришел и сказал: мой господин говорит, что у нас недостаточно места для всех вас, поэтому, пожалуйста, пойдите вот к соседнему к соседу, у него большой коровник, и вы можете там посидеть. Yes.
this place is unfit for any saintly person. And he walked out of Ramchandra Khan's house. И Господь Нитянанда сказал: "Да, это место не подходит для святых людей". И они вышли из этого дома. And what did Ramchandra Khan say? He said, "Clean that place that was contaminated by Nityananda, by cow dung and cow's urine." И Рамачандра Кан сказал слуге: "Помой это место, которое осквернил Нитянанда. Нужно вымыть его навозом и мочой коровьей." The Ramchandra Khan was so offensive. Он был очень большим оскорбителем. Offended Haridas Thakur. Он оскорбил до этого Харидаса Тхакура. Offended Nityananda. Оскорбил Нитянанду. What happened? И что случилось с ним? Few days later, the Mahamdan inspectors came to his house. Несколько дней спустя посланники мусульманского правителя пришли к нему. Durga Mandap and Nityananda sat. They killed a cow every day for 3 days. И в этой Дурга Мандапе, где вот он оскорбил Нитянанду, они эти посланники мусульманского правителя 3 дня подряд убивали коров. Ramchandra Khan had not paid the taxes. То, что Рамачандра Кан задолжал, он не платил налоги. And the tax collector plundered his whole family wealth. Everything and left. И вот эти сборщики налогов, посланники правителя разграбили все его имущество, обобрали его и ушли. So he lost all his wealth, his possessions, everything because of this offense. Из-за своих оскорблений он лишился всех своих богатств, всего своего имущества. On one occasion, Maya Devi incarnated as a very beautiful woman. Есть еще другая история. Однажды Майя Деви приняла облик очень привлекательной женщины. She was testing Haridasa's determination. Она решила также испытать Харидаса Тхакура. So we all get tested by Maya Devi. Майя Деви всех нас испытывает, правда? Да. Всегда. Okay. So Maya Devi came just like the prostitute, hoping to seduce Haridas. И Майя Деви также, вот как до этого проститутка, она также явилась для того, чтобы попытаться соблазнить Харидаса. And she employed the same tricks as the prostitute. И она также пыталась делать то, что до этого пыталась делать проститутка. Haridas said, "I have taken a vow of chanting, and until I finish my rounds, I can't talk to you." И Харидас сказал ей: "Я дал обет повторять определенное количество раз святое имя, и до того, как я исполню обет в этот день, я не могу с тобой разговаривать". And gradually, Maya Devi realized her plans were not going to be successful. В конце концов, Maya Devi поняла, что ее планы не смогут исполниться. Maya is always testing us, but she's happy to be defeated. Maya все время нас испытывает, но она очень счастлива, когда терпит поражение. So Maya Devi was very happy that Haridas defeated her. Maya Devi была очень счастлива, что Харидас одержал над ней верх. So when Maya Devi is trying to tempt us, just chant the holy name, and she'll be happy that she got defeated. Когда Maya пытается вас соблазнять, просто повторяйте святое имя, и она будет счастлива, что вы ее победили таким образом. Normally, no one's happy to be defeated. Обычно никто не радуется, если его побеждают. But Maya Devi is happy when she defeated because you are serving Krishna with determination. Но Maya Devi очень счастлива, если ее побеждает преданный своей решимостью служить Кришне. Once there was a snake in the cave that was giving very foul smell. Однажды в пещере, где жил Харидас Такур, жила одна змея ядовитая, от которой исходила вот этот ядовитый запах. Haridas was chanting in the cave. But he was not bothered by the smell at all. Харидас Такур повторял святое имя в пещере, но его не беспокоила эта змея и тот запах, который от нее исходил. There was a dangerous snake living in the cave. С ним вместе жила в одной пещере опасная ядовитая змея. So all the people coming to visit her, they said, "Sage, this foul smell is coming from where? This is a very poisonous smell." И люди, которые приходили к Харидасу, говорили: "О, Харидас, здесь живет эта ядовитая змея, этот ядовитый запах исходит от нее".
So they told Haridas, please ship from here. Please ship from here. This is not safe for you, and it's not safe for the visitors that come to see you. И все умоляли Харидаса, пожалуйста, переселитесь в другую пещеру, потому что это небезопасно для вас и для тех, кто приходит к вам. So Haridas said, okay, if the snake doesn't go away by tomorrow, then I will relocate. И Харидас сказал, хорошо, если змея не уйдет к завтраму, то тогда я сам уйду отсюда. And what happened? И что произошло? The snake left on its own. Змея сама уползла оттуда. Before the deadline. До того, до назначенного срока. So, Haridas, as we said, was respected by everyone wherever he went. Как мы говорили, куда бы ни отправлялся Харидас, все люди выражали ему почтение. 500 years ago, there was a Mohammedan king ruling over Bengal. 500 лет назад в Бенгалии правил мусульманский царь. The king called Haridas to his palace. И царь призвал Харидаса к себе во дворец. The king was told, "This Haridas is getting so much respect. Wherever he goes, thousands of people come to pay him respects. This man is a great sage." Царю донесли, что вот есть этот великий святой Харидас, который, куда бы он ни приходил, собирает огромные толпы почитателей, тысячи и тысячи людей идут за ним и выражают ему почтение. So the king tried to get Haridas to realize he should take the religion of his birth and not chant this Hare Krishna. И царь пригласил Харидаса и пытался его заставить вернуться к религии, в которой он родился, и чтобы он перестал повторять Хари Кришна. Haridas explained to the king in a philosophical way that there's only one God, and we're chanting the name of the Lord, so it doesn't matter which one of the name of the Lord he chants. Харидас стал объяснять с философской точки зрения царю, что Бог один, поэтому можно повторять любое истинное имя Бога. Бог один, поэтому неважно, какое имя человек повторяет. So the king, Hare Krishna. Hare Krishna. So the king tried his best to get Haridas to stop chanting Hare Krishna. И царь пытался изо всех сил вдохновить Харидаса перестать повторять Хари Кришна. What's the problem? Hare Krishna. Hare Krishna. But the king could not succeed in influencing Haridas. Но царю не удалось как-то повлиять на Харидаса. The king had Hare Krishna. Hare Krishna. The king had a minister who was called a Qazi. У царя был министр, которого звали Кази. This Qazi was the religious head of the Mohammedan king's kingdom. И этот Кази был религиозным главой вот всего царства царя. The Qazi heard the conversation that was going on between the king and Haridas Thakur. И Кази услышал беседу, которая происходила между царем и Харидасом Тхакуром. Finally, the Qazi spoke to the king. В конце концов, Кази обратился к царю. This Haridas is defaming our culture. Он сказал, что Харидас позорит нашу культуру. He will make thousands of other people follow his path. Тысячи людей, наших людей могут пойти за ним. This Haridas should be killed right away. Поэтому Харидаса нужно немедленно убить. So the Qazi overruled the king and instructed four people to drag Haridas's body to different markets and beat him till he dies. Поэтому Кази заставил царя принять это решение, наказать Харидаса, казнить его. Он приказал четырем людям тащить Харидаса
по рыночным площадям и бить его, бить его до тех пор, пока он не умрет. So the servants of the king were dragging Haridasa's body from one market to another body. И слуги царя стали тащить Харидаса по земле и бить его палками на разных рыночных площадях. And they were flogging his body, beating, mercy without any mercy. И они безжалостно избивали его палками. But Haridasa was getting so much ecstasy in chanting the holy name that he did not feel any pain at all. Но Харидас испытывал такой экстаз, повторяя святое имя Господа, что он не ощущал никакой боли. They dragged him from one market to the second market, to the third market, to the fourth, till the 22nd market. И они тащили его. Hare Krishna. Они тащили его с одного рынка на другой, потом на третий, четвертый, и в конце концов 22 рыночных площади они прошли. Can you hear in the back? Слышно там сзади? Can you hear in the last row the Russian translation? В последнем ряду слышен перевод? Okay, еще громко. So they were dragging Haridas, whipping him, and Haridas was just chanting the holy name and pretending as if nothing is happening. Итак, они избивали Харидаса, стегали его, били палками, но Харидас вел себя так, как будто ничего не происходило. So the servants were flogging Haridas, were thinking, if this Haridas doesn't die, the Qazi is going to kill us for not having done a good job. И эти слуги царя, которые избивали Харидаса, думали, если Харидас не умрет, то Кази очень разозлится, и он убьет нас. So they were flogging him, scared that their whole life, their own lives would be in danger. Поэтому они изо всех сил били его в страхе за собственную жизнь. And what was Haridas thinking? И что же думал Харидас при этом? Haridas was thinking, if I don't die, these people who are flogging me, they will be killed by the Kazi. Харидас подумал, если я не умру, эти люди, которые избивают меня, будут наказаны Кази. Can you see this exalted personality? Видите, насколько возвышенным преданным он был? Someone's beating him to death, and he's worried about their welfare. Его избивали до смерти, хотели забить до смерти, но он беспокоился о судьбе этих людей. If in our situation we would say, oh, kill these guys. Если бы с нами такое происходило, мы бы желали смерти лютой этим людям. But Haridas is thinking about the welfare of those who are flogging him. Но Харидас думал о благе этих людей, которые избивали его. Finally, those who were flogging him spoke to Haridas. В конце концов, его палачи обратились к Харидасу. Haridas, what strength? Where do you get your strength from? Они спросили Харидас, откуда ты черпаешь свою силу? Normally, when we flog people to death, and by the time they go to the second marketplace, they are dead. Обычно, когда мы кого-то забиваем палками на рыночной площади, когда мы переходим ко второй рыночной площади, человек уже мертв. Но мы тебя избиваем уже на 22 рыночных площадях, и ты до сих пор жив. You know what's going to happen to us? Ты знаешь, что с нами будет, если ты не умрешь? The king is going to kill us. Царь нас убьет. But you didn't die, we didn't kill you. He is going to kill us. Поскольку ты не умираешь, мы не смогли тебя убить, то царь нас убьет. What did Haridas do? И что сделал Харидас? By his transcendental plans, abilities, he stopped control the breathing process completely. Харидас своим трансцендентным могуществом полностью остановил дыхание. His breathing completely stopped. Его дыхание полностью остановилось. He became like a dead man. И стало казаться, что он умер. And the servants were in ecstasy.
We have killed him at last. И эти люди пришли в восторг, они стали говорить: наконец-то мы его убили. So they were dancing in ecstasy. Now the king will not kill us. И они стали плясать в экстазе. Теперь царь нас не убьет. So they took the body of the Haridas to the king. И они принесли тело Харидаса к царю. We have killed Haridas. We have killed Haridas. Here is the body, dead man. Вот мы убили его. Вот его тело. Он мертв. The king said, "Okay, bury him. And if you bury him, then he'll be excused for all the sins that he has committed." Царь сказал: "Ну теперь похороните его, и если мы его похороним правильно, то он будет прощен за все грехи, которые он совершил." Having taken birth in the Muslim family, he was chanting the holy name, so he's committed great offense to our culture. Поскольку он родился в мусульманской семье, повторял святое имя Кришны, он совершил очень серьезное оскорбление нашей религии и традиции. So bury him. Поэтому нужно его похоронить. Then came in the qazi. Потом пришел кази. And now he cannot be buried. И он сказал: нет, его нельзя хоронить. This man was so sinful, we cannot give him burial rights. Он сказал: тот человек был таким грешником великим, что мы не можем ему по нему проводить похоронных обрядов. Throw this man in the Ganga. Просто бросьте его тело в Гангу. So they were going to throw him in the Ganga. И так они пошли бросить его в Гангу. Lord Chaitanya entered the body of Haridas. Господь Чайтанья лично вошел в тело Харидаса. The body became so heavy that no one could carry that body. Тело стало таким тяжелым, тело Харидаса, что никто не мог его нести. No one. Many people joined. Многие люди пытались поднять, но не могли. Finally, Haridas' body was thrown in the Ganga. В конце концов, им удалось как-то сбросить тело Харидаса в Гангу. And Haridas, when he was thrown in the Ganga, he came back to full consciousness. Как только тело Харидаса оказалось в Ганге, он вернулся в сознание. And he went across the Ganga and started chanting the holy names of the Lord. Он переплыл Гангу, вышел на берег и стал повторять святое имя снова. The word reached the king that this Haridas, who was pronounced dead, is alive. И до царя дошла весть о том, что Харидас, которого посчитали мертвым, удивительным образом воскрес. He's alive. The king couldn't believe it. Он воскрес, он живой, но царь не мог в это поверить. He said, "I saw the dead body myself." Он сказал: я же сам видел тело, оно мертвое было. So the king realized this man is a saint. И царь понял, что этот человек – это настоящий святой. He realized he had made a big mistake. И он понял, что он совершил очень большую ошибку. So he came to Haridas. Поэтому он пришел к Харидасу. Beg forgiveness for his sins. И стал просить его о прощении за свои грехи. And gave Haridas the freedom to travel anywhere in his kingdom and chant any names he wants. И он издал указ, что Харидас может свободно путешествовать по всему его царству и повторять любое имя Бога, которое хочет. So from this story, what do you learn? Что можем мы узнать из этой истории? The exalted position of a devotee. Мы можем узнать о возвышенных качествах преданного. How a devotee is forgiving. Насколько великодушен преданный. Haridas was not worried about his own liberation. He was worried what's going to happen to those who were assigned to flog him. Харидас не беспокоился о себе, он думал о том, что произойдет с его палачами, которые забивали его. So that's the nature of a devotee. Парадукха-дукхи. Такова природа преданного, парадукха-дукхи. So this is, and it is said that by hearing this pastime of how Haridas behaved, we get purified. И говорится, что слушая об этих деяниях Харидаса, мы очищаемся. So Lord Chaitanya had started his preaching movement. И Господь Чайтанья начал свое движение, проповедническое движение. He told his associates, "Go and preach house to house." Он сказал своим преданным:
Идите и проповедуйте от дома к дому. To save time, we'll skip the Bengali, just read the translation. Мы вот прочитаем перевод, чтобы сократить время. Слушайте, Нитянанда, слушай, Нитянанда, слушай, Харидас. Идите и проповедуйте мой приказ повсюду. Идите в каждый дом и просите таким образом. Повторяйте имена Кришны, поклоняйтесь Кришне, следуйте наставлениям Кришны. Помимо этого, вы ничего другого не должны говорить, и пусть другие тоже ничего другого не говорят. В конце дня приходите ко мне и отчитывайтесь о том, что вы сделали. Я возьму свою чакру и отрублю головы тех, кто не будет повторять святые имена после того, как вы попросите их. So, this is the famous verse. Это знаменитый стих, в котором Господь Читания сказал Харидасу Нитянанде, идите и проповедуйте. Go house to house and tell people Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Kuro Krishna, Siksha. Chant the holy names, worship Krishna, follow Krishna's instructions. Идите по всем домам и просите людей Боло Кришна, Баджа Кришна, Коро Кришна, Шикха. Повторяйте имена Кришны, поклоняйтесь Кришне и следуйте наставлениям Кришны. So, Haridas and Nityananda with a preaching team assigned to preach together. Харидас и Нитянанда были такой проповеднической командой, которую создал Господь Читания. When we go preaching, we go preaching in teams also. Когда мы идем проповедовать, мы тоже часто выходим вместе с кем-то проповедовать. We should never go alone, always go with a partner. Преданные не должны выходить на проповедь поодиночке. Всегда лучше, чтобы они ходили вместе с кем-то. Haridas and Nityananda knew the Lord Chaitanya is an incarnation of God. Харидас и Нитянанда знали, что Господь Читания — это воплощение Бога. So they wanted to research and find out who is the most sinful person in Navadvip. Поэтому они решили узнать, кто в Навадвипе самые падшие люди. And they found out there were two brothers who were born in a Brahminical family and had gotten completely degraded. И они узнали, что есть два брата, которые родились в семье брахмана, но совсем опустились. So they tried to save them. И они попытались спасти их. Они обратились к ним и сказали, пожалуйста, повторяйте святое имя Господа. What did the two brothers do? Что сделали два брата? Chased Haridas and Nityananda out of their area. Они прогнали Харидаса и Нитянанду. Because these two brothers were drunkards. Their bellies were big. They couldn't run as fast as Nityananda and Haridas. Поскольку эти братья были пьяницами, у них были большие животы, они не могли догнать Нитянанду и Харидаса, хотя и погнались за ними. So they went back and reported to Lord what happened. И Нитянанда и Харидас пришли к Господу и рассказали о том, что произошло. Lord told them, go back and preach again. Господь сказал им, возвращайтесь к ним и снова им проповедуйте. And that's when Madai attacked Nityananda. Именно тогда, когда они последовали этому приказу, Мадай напал на Нитянанду. It's a long story, we don't have time, so I'm just summarizing it. Это длинная история, у нас не так много времени, поэтому я вкратце рассказываю. And the Lord saw that Nityananda was attacked by the Sivai, he came with the Sudarshan Chakra. Когда Господь увидел, что Мадай напал на Нитянанду, он пришел туда со своей Сударшан Чакрой. And Nityananda said, this is typical of what you can expect in Kali Yuga. Но Нитянанда сказал, о Господь, это то, что можно ожидать в Кали Югу, это обычная вещь. And by the mercy of Nityananda Haridas, these two brothers were saved. По милости Нитянанды и Харидаса, эти два брата были спасены. Now, Haridas came to Jagannath Puri. Затем Харидас пришел в Джаганнат Пури. And Chaitanya Mahaprabhu came there. Туда же пришел Чайтанья Махапрабху. But Haridas could not enter the Jagannath Puri temple
with social reasons. Но поскольку таковы были из-за определенных обычаев, условностей, Харидас не мог входить в храм Джаганатхи. Lord Chaitanya gave a lot of emphasis to the Jagannath Rath Yatra. Господь Читания очень большое значение уделял храму Джаганатхи и Джаганатха Радхаятры. And every year before the Rath Yatra, Lord Chaitanya would organize various kirtan parties, and Haridas Thakur would be one of the leader of these kirtan parties. Каждый год во время Радхаятры Господь Читания организовывал большие группы киртана, и Харидас Такур возглавлял эти группы киртана. Харидас, for social reasons, as we said, was not permitted to enter the Jagannath Puri temple. Из-за определенных обычаев Харидас Такур не мог входить в храм Джаганатха Пури. Prabhupada was not in favor of this policy that they have in Jagannath Puri temple. Шрила Прабхупада не одобрял вот эту политику храма Джаганатхи, который запрещает входить храм неиндусам. Харидас had his residence from where he could see the chakra of the Lord. Харидас поселился в том месте, откуда он мог видеть чакру на храме Джаганатхи. So seeing the chakra reminded him of seeing the Lord. И когда он видел чакру, он таким образом вспоминал о Господе. So Haridas would meditate on the chakra all day. И Харидас целый день медитировал на чакру Джаганатхи. And Lord Chaitanya would personally come and visit him every day. Но сам Господь Читания каждый день приходил навестить Харидаса. Lord Chaitanya would come and visit every day Haridas Thakur and Rupa and Sanatana. Каждый день Господь Читания приходил навестить Харидаса и Рупу и Санатану. And Lord Chaitanya would send Mahaprasad from the Jagannath temple through Govinda every day to Haridas Thakur. Также каждый день Господь Читания посылал Махапрасад от Джаганатхи. Он посылал своего слугу Говинду, чтобы он отнес Махапрасад Харидасу. So Haridas knew that the Lord was soon going to unmanifest his pastimes on this planet. Харидас знал, что пришло время, когда вскоре Господь Читания уже покинет этот мир. So Haridas was making plans to leave the planet before Lord Chaitanya could leave the planet. И Харидас хотел уйти из этого мира до того, как Господь Читания покинет его. So Haridas wanted to depart from the planet while the Lord was still on the planet. Харидас хотел уйти с земли в тот момент, когда еще Господь Читания здесь оставался. So one day Govinda came bringing some prasad to Haridas. И однажды Говинда пришел, принес прасад Харидасу. Haridas said, I can't take this prasad because I haven't finished my rounds as yet. Харидас сказал, я не могу сейчас принять прасад, поскольку я еще не дочитал свои круги. Due to old age, he could not chant the way he was chanting before. Поскольку он состарился, он не мог уже так, как раньше, повторять столько же. Lord Chaitanya knew what was happening. Господь Читания знал, что происходит. Govinda, the personal servant of Chaitanya Mahaprabhu, came and told the Lord, I went to take prasad to Haridas, but he was lying on his back, chanting the holy name very slowly. And he said, I haven't completed my rounds, so I can't eat this prasad, but I'll just honor it by taking one bit. Говинда, слуга Господа Читания, пришел к Господу Читания и сказал, что я пришел, принес прасад Харидасу, но он лежал на спине и очень медленно повторял святое имя и сказал, что я пока не могу принять прасад, но я могу почтить его, просто вкусив небольшой кусочек. So Chaitanya Mahaprabhu came to Haridas and said, Haridas, you are a self-realized person. You have chanted 192 rounds a day. Now you can reduce your chanting. Господь Читания пришел к Харидасу и сказал, Харидас, ты уже осознавший себя душа, ты столько времени повторял 192 круга, теперь ты можешь меньше повторять.
Харидас said, my disease is that I can't complete my rounds every day. И Харидас сказал, что моя болезнь в том, что я не могу свои круги дочитать. And he refused to reduce his rounds. И он отказался уменьшить количество кругов, которые он повторяет. If we can't complete our prescribed rounds, we should consider ourselves to be in a disease condition. Если мы не можем дочитывать предписанное нам количество кругов, мы должны считать себя в больном состоянии. Completing our rounds every day is paramount for anyone wishing to make spiritual advancement and fight Maya. Прочитывать все свои круги, повторять определенное количество кругов каждый день, это обязательное условие для тех, кто хочет преодолеть влияние Майи. So what did Lord Haridas want? И что же хотел Харидас? He wanted to leave the body. Он хотел покинуть тело. He wanted to leave the planet while Lord Chaitanya was still on the planet. Он хотел уйти из этого мира в присутствии Господа Чайтаньи, пока он so Харидас на земле. Forced Lord Chaitanya to sit down in front of him. Поэтому Харидас усадил Господа Чайтанью перед собой. He took the Lord's lotus feet and placed it on his heart. Он взял Господа за стопы и приложил их к своему сердцу. He took the dust from the feet of all the Vaishnavas and touched it on his head. Он собрал пыль со стоп всех вайшнавов и поместил ее к себе на голову. And then he fixed his eyes at the lotus feet of Lord Chaitanya. Он сосредоточил взгляд на стопах Господа Чайтаньи. And he began to chant, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda and the Holy Name. Затем он стал повторять Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда и Святое Имя. And while chanting the holy names, he left his body. И повторяя Святое Имя, он оставил тело. The departure of Haridas Thakur has been compared by great sages to the departure of Bhishma Dev from this planet. Уход Харидаса Тхакура, великие ачарьи, сравнивают с уходом Бишмадевы. Бишмадев also had the fortune to choose his moment of departure. Бишмадева тоже была эта возможность выбрать момент ухода. He had Lord Krishna in front of him, and while meditating in the lotus feet of the Lord, he left his body. Перед ним также был сам Господь Кришна и медитируя на лотосные стопы Кришны, он также оставил тело. So meditating at the lotus feet of Lord Chaitanya, took the dust from the feet of all the Vaishnavas, fixed his eyes clearly at the Lord, and in this position, Haridas left his body. И подобным образом Харидас медитировал на стопы Господа Чайтаньи, собрал пыль со стоп всех вайшнавов и повторял Святое Имя. И таким образом он оставил тело. So today is the day that Haridas Thakur left this planet. И сегодня как раз этот день, когда Харидас Такур покинул этот мир. It's considered to be one of the most auspicious days for Vaishnavas. Это считается одним из самых благоприятных дней для вайшнав. So what did Chaitanya Mahaprabhu do? Что же сделал после этого Господь Чайтанья? He lifted Haridasa's body. Он поднял тело Харидаса. They had a massive kirtan run by all the devotees. Все преданные устроили оглушительный киртан. Lord Chaitanya took the body to the beach, to the Puri beach. Господь Чайтанья принес тело Харидаса на берег океана в Пури. The Puri beach is a spiritual beach. Там есть вот этот пляж в Джаганхапуре, это духовный пляж. But today it has got unfortunately commercialized. К несчастью, сейчас все там коммерциализировалось. How many of you have been to the Puri beach? Кто из вас был на пляже в Пури? So, the Russians go there first before they go to Mayapur. Русские преданные едут сначала в Пури, перед тем, как едут в Майяпур. So Lord Chaitanya gave Haridas's body bath in the Puri beach. Господь Чайтанья омыл в водах океана тело Харидас Такура. Then Lord Chaitanya went and begged charity from all the shops in Jagannath Puri. Затем Господь Чайтанья лично обошел всех торговцев в Джаганнатхапури и попросил у них пожертвования.
And then Lord Chaitanya organized a big feast in honor of Haridasa Thakur. И затем Господь Читания организовал огромный пир в честь Харидаса Тхакура. And he personally served everyone prasad that would be eaten by 5 people. И он лично раздавал всем, каждому столько просада, которого хватило бы на 5. So Haridasa Thakur is called Namacharya. Харидаса Тхакура называют Намачари. He propagated the chanting of the holy name. Он проповедовал повторение святого имени. Санатан Госвами, when he saw him, said, "You are the perfect spiritual master." Когда Санатана Госвами увидел Харидаса, он произнес: "Ты совершенный духовный учитель." Some preach and do not practice, and some practice and do not preach, but you are simultaneously doing both. Некоторые проповедуют, но сами не следуют тому, что проповедуют. Другие же занимаются практикой, но не проповедуют. Ты же одновременно и сам следуешь духовной практике и проповедуешь. Haridasa, because of his purity, attracted thousands to the path of pure devotional service. Своей чистотой Харидаса Тхакур привлек тысячи и тысячи людей на путь преданного служения. Haridasa's glories are unlimited. Слава Харидаса безгранична. Advaita Acharya was once preparing to offer a Shraddha Sirmi in honor of his father. Однажды Адвайта Ачарья собирался провести церемонию Шрадхи в честь своего умершего отца. And in that ceremony you feed brahmanas. И во время этой церемонии обычно кормят брахманов. He said, "Haridasa, I want to feed you." Но Адвайта Ачарья сказал: "Харидас, я хочу тебя накормить." Feed me? I'm degraded, low birth. Я падший человек, низкорожденный. Your birth in society, your position in society will be spoiled. Ты лишишься своего положения в обществе, если будешь меня кормить во время Шрадхи. He said, "Feeding you is equal to feeding millions and thousands of brahmins." Адвайта Ачарья сказал: "Если я накормлю тебя, это будет равно тому, что я накормил тысячи брахманов." So Haridasa glories are unlimited. Слава Харидаса бесконечна. So we should pray to Haridasa that we may get attached to the holy name the way he was attached. И мы должны молиться Харидасу, чтобы по его милости мы обрели такую же привязанность к святому имени, которая была у него. We would chant the holy names day and night. Он повторял святое имя день и ночь. In Haridasa's character, you see, he was humble and forgiving and determined. И вы видите из описаний деяний Харидаса, что он был очень смиренным, терпеливым, великодушным и очень решительным. Even when he was beaten, he did not stop chanting or give in. И даже когда его избивали, он не переставал повторять святое имя. Even in your country, when the Hare Krishna movement first started, so many devotees had to go to prison. Даже в вашей стране, когда здесь появилось движение сознания Кришны, многим преданным пришлось пройти через тюрьмы. Few devotees died in the early days. Несколько преданных даже погибло, умерли в тюрьмах. They sacrificed their lives. Они пожертвовали своей жизнью. Why? Для чего? They wanted Krishna consciousness to be established. Для распространения сознания Кришны здесь. Similarly, in many other parts of the world, devotees had to sacrifice their lives. Why? Because they wanted to preach and establish Krishna consciousness. И во многих других частях мира преданным приходилось жертвовать своей жизнью ради распространения сознания Кришны. So Haridasa was born in a demonic, in a low-graded position. И Харидаса родился в такой падшей семье. In our sampradaya, we don't care for birth. Но в нашей сампрадае мы не обращаем внимания на рождение. We care for guna qualification. Мы обращаем внимание на гуну или качество. Prahlad Maharaj was born in a family of demons. Но Прохлад Махарадж вообще родился в семье демонов. Hanuman was born in a family of monkeys. Хануман родился среди обезьян. No one can serve the Lord in any condition. Но служить Господу можно в любом положении. So we should pray to Haridasa Thakur that he may bless us, so we get attached to the holy name,
И мы должны молить Харидаса о милости, чтобы он благословил нас, чтобы мы обрели привязанность к святому имени. Харидас Такур повторял святое имя в уединенном месте. Но это не означает, что мы должны подражать ему. Шрила Прабхупада очень ясно говорит об этом в своих книгах. Помню, однажды один преданный приехал в Индию из Африки. И он был недоволен всеми храмами в Кении, которые были у нас. He wanted Prabhupada to approve that he could chant in a solitary place like Haridas Thakur. И он хотел, чтобы Шрила Прабхупада разрешил ему повторять святое имя в уединении, как Харидас. Prabhupada said, "No, it's not practical." Прабхупада сказал ему, "Нет, это невозможно для тебя. Это непрактично." Но он продолжал настаивать. So he built a hut in Mayapur. Where he chanted for a few days. Он построил хижину в Майяпуре, и там он, этот преданный, несколько дней повторял святое имя. And then he got lost and no one ever saw him. Затем он ушел куда-то, и больше его никто не видел. So we should not copy Haridas. Мы не должны пытаться подражать Харидасу, имитировать. Мы не должны думать, хорошо, я тоже приглашу проститутку, буду с ней рядом сидеть и сделаю ее преданной тоже. Буду для нее повторять все свои. Буду в уединенном месте повторять джапу. We should take inspiration, not imitate the great saints. Нет, мы должны вдохновляться примером великих святых, но мы не должны имитировать их поступки. Lord Shiva could drink and could keep an ocean of poison in his neck. Господь Шива, например, выпил целый океан яда. We can't even hold a drop. Но мы, нас даже одна капля этого яда убьет. So by meditating on Haridas Thakur, we get purified. И медитируя на Харидаса Тхакура, мы очищаемся. We just gave you a summary presentation of Haridas Thakur. Мы лишь вкратце описали, рассказали о Харидасе Тхакуре. We have limited time. Потому что у нас время ограничено. So please pray to Haridas Thakur. Пожалуйста. For his mercy. So that we can get attached to the holy name. Молите Харидаса Тхакура о милости, чтобы мы все обрели привязанность к святому имени. How many of you want to get attached to the holy name? Кто из вас хочет обрести привязанность к святому имени? Sure. Well, it looks like an assembly of pure devotees. Похоже, здесь собрались одни чистые преданные. Харидас Тхакур ки. Yeah. Гоу Прабху Нанда. Хари Кришна. Hare Krishna.